Во-первых, все, что мы говорим, это все быстро выполняется. Сказали, что отменим, через 5 минут уже отменили. Это во-первых. Во-вторых, надо сказать, что мы сделали это, потому что мы свободная страна. И чем больше россиян сюда приедет, на нашу неоккупированную территорию, тем больше они будут получать информации, удовольствия, тем больше они будут наслаждаться грузинской природой, гостеприимством, грузинским застольем, грузинскими винами, минеральными водами. Я думаю, что тем больше, тем лучше будет долгосрочная перспектива отношений между нашими странами. Потому что все равно я не могу Грузию забрать и куда-то увезти там, рядом с Мексикой. Правильно? Мы всегда обречены на соседство России друг с другом. И Россия всегда обречена на соседство с Грузией на той территории, на которой Грузия исторически всегда находилась, а не на как они сам себе представляют этот теперешний Кремль. Поэтому в этом смысле я думаю, что это правильное решение. И думаю, что россияне, которые сюда приедут, они увидят другую Грузию, обнаружат абсолютно новые реалии для них. Стереотипы, которые могут там существовать, я думаю, они быстро улетучатся. И в этом смысле, конечно, есть какая-то польза. И, кроме того, я думаю, что это хорошо для грузинской экономики. Чем больше у нас будет туризма, тем быстрее экономика будет развиваться.